Это «Вести», и мы продолжаем наш выпуск. Анонимные мессенджеры в России будут вне закона. Всем пользователям популярных сервисов для обмена текстовыми сообщениями, а также фото и видео, например, WhatsApp или Viber, вскоре придется пройти обязательную регистрацию по номеру своего телефона. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Новые правила вступят в силу через полгода. Весь процесс идентификации займет порядка 20 минут и будет проходить через сотовых операторов. В Роскомнадзоре пояснили, эта мера значительно упростит работу правоохранительных органов при расследовании преступлений. Власти Приморья примут меры по защите находки от угольной пыли. Эту проблему временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяка возьмет под